Что может быть вкуснее хрустящего жареного карасика с ароматным лучком? Смотрите рецепт, и я расскажу вам, как приготовить самых вкусных карасиков. Аналогичным образом вы можете готовить любую рыбку небольшого размера, к луку можно добавить морковь или другие овощи, получится настоящий гарнир. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Карасей помойте, почистите и выпотрошите. 2. Сделайте по несколько надрезов с каждой стороны, посолите и оставьте минут на 20. 3. Обваляйте карасей в мелкие. 4. В сковороде разогрейте масло и обжарьте рыбу на сильном огне с двух сторон. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Лук нарежьте полукольцами. 6. Обжарьте лук в той же сковороде, в которой жарились караси. 7. Выложите карасей на тарелку, сверху положите жареный лук. 8. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Карась – 2 штуки. Лук репчатый – 2 штуки. Соль – по вкусу. Мюка пшеничная – 3 столовые ложки. Масло растительное – 100 мл. Количество порций – 2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Приятного аппетита! Приходите еще!